Мир вам! Я приветствую это благословенное большое собрание. Я сегодня подсчитал, я 5 месяцев уже не был на воскресном служении. Вот так Господь усмотрел, что я тружусь в Кожевниково сейчас, и каждое воскресенье езжу туда, в Кожевниково, и там тоже благословенное собрание, но только маленькое. Вот, а здесь благословенное большое собрание. Даже как-то уже непривычно, так знаете, что столько много народа Божьего. Вот, слава Господу. Слава нашему Господу. И оно благословенное не потому, что оно здесь много, там мало, не потому, что географически как-то расположено все так. Вот, оно благословенное, потому что народ Божий сегодня пришел поклоняться Иисусу Христу, поклоняться Богу. И не только поклоняться, но и получать слово назидания от Господа. Слушать этот голос и прислушиваться к голосу Божьему. Что же Господь хочет сегодня сказать мне, тебе, каждому из нас? Может быть, нам вместе что-то хочет Господь сказать, и каждому отдельно что-то. И может быть, даже то, что Бог сегодня тебе проговорит, больше никто не услышит этого. Только ты это услышишь, потому что это слово сегодня к тебе. Это пение сегодня к тебе. Эту молитву сегодня Господь дарит тебе и мне. И очень важно, как говорилось уже сегодня, быть нам внимательными и слушать это слово, которое Господь к нам обращает. Я бы хотел сегодня немного порассуждать об одном человеке. На примере этого человека, это из второй книги Паралипоменон, с 14 главы. Этого человека звали Асса. Это был царь. Это был царь народа Божьего. Вот на примере этого человека посмотреть, как складывалась его жизнь. Вот, у него были такие очень хорошие, благословенные моменты. И когда мы читаем об этом царе, мы видим, что это был хороший, благословенный царь в начале своего царствования. Вот, он имел заботу об народе, он заботился о народе, который ему Бог доверил, потому что Бог доверил ему Божий народ, Иудею. Этот царь, он надеялся на Бога. Мы тоже это видим, когда читаем об этом царе. Но мы видим, что у этого царя были и какие-то такие не очень положительные моменты в его жизни. И это все Бог оставил для нас. Для чего? Чтобы мы могли, смотря в Слово Божие, что-то хорошее для себя брать, а что-то плохое вот, тоже отмечать, но стараться это из своей жизни убирать, чтобы этого не было. Потому что в итоге Господь, Он хочет нас очень сильно благословить. Но чтобы нас благословить, мы должны Ему в этом помочь. Мы должны в этом помочь Ему. Я буду читать выборочно, вот, из 14-15 главы, ниже. Вот, начну со 2-4 стиха 14 главы. «И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные дерева, и повелел иудеям взыскать Господа, Бога отцов своих, и исполнять закон Его и заповеди». И ниже мы читаем, вот, что там он дальше продолжал вырубать эти высоты, статуи. И мы читаем с вами далее, что в 10-12 стихе, что «И выступил Аса против эфиоплян, и построились к сражению на долине Цефата у Мариши. И возвал Аса к Господу, Богу своему, и сказал: Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». И мы видим, что Бог дарует народу Божьему, дарует Асе эту победу над эфиоплянами. Хотя это войско, которое стояла против Асы и против народа Божьего. Оно было гораздо-гораздо больше, вот, и многочисленней, и, может, даже более вооруженное. Но Аса, он был научен, он знал, как надо поступать. Он не надеялся на силы свои, он не надеялся на это войско, которое у него было. Но, читая в Слове Божьем, я бы хотел отметить вот такой вот один момент, что Аса, он все-таки знал, как надо правильно поступать. Он не только, вот как некоторые люди, знаете, они могут надеяться, ну,
на Бога так полностью и говорят, на все воля Божья. Бог Он управит, Бог Он усмотрит. А сами могут ничего не делать и не предпринимать никаких действий. Асса он не так поступал. Написано, что он в это время, вот, он, когда было мирное время, он, написано, построил города, обнес стеною. То есть он применял какие-то усилия и старания, хотя время было мирное, и никто его не подгонял, но он это делал. Он, написано далее, он там и войско готовил, вот, вооружал их. Вот. Он имел заботу такую во время благоприятное, во время мирное. И когда пришло вот это время сражений, мы с вами читаем, Бог, он даровал эту победу, Бог даровал, Бог вступился. Почему? Потому что Асса, он воззвал к Богу, он попросил благословения Божьего. Мы можем читать с вами дальше, это уже 15 глава. 1-2 стих, мы читаем, как они обновляют завет с Богом. Написано так, что «Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе и сказал ему, «Послушайте меня, Асса, и весь Иуда, и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. Если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас». Вот такие слова через пророка Божьего. Господь говорит к Асе, Господь говорит к народу Божьему, Господь говорит к нам с вами, как сегодня уже говорилось вот, на этом месте, что Господь с вами, когда вы с Ним, и если будете искать Его, Он будет найден вами. Вы знаете, Слово Божье обращает наше внимание на то, что мы с вами читаем, что Бог, Он ищет поклонников, которые будут поклоняться Ему. И мы сегодня эти поклонники. Бог нашел нас. И можно на этом остановиться, но Бог же нашел нас, мы поклонники. Но Слово Божье, оно по-другому говорит. Оно далее продолжает вот это слово к нам. Не только стать этими поклонниками. Знаете, но Господь, Он хочет, чтобы и мы сегодня искали Его. Он нашел нас, но Бог хочет, чтобы мы сегодня искали Его, чтобы мы не остановились на том, что мы стали поклонниками, ходим на собрания, как-то служим Богу, но Он хочет, чтобы мы с вами продолжали искать Его. И это путь благословения, и это тот путь, который Бог дал нам с вами. Помоги нам, Господь, чтобы сегодня, во время благоприятное, когда мы со всех сторон окружены этой заботой Божьей, и мы это видим, правда? Вот если посмотреть, была жара, вот. Ну, были дожди, Бог дал нам жару, и мы с вами погрелись. Тут вот вчера дождь был, где-то больше он был, где-то очень хорошо пролил, где-то меньше. Но Бог все равно дает эту заботу для нас с вами. Сегодня у нас нету войны, сегодня у нас нету каких-то ураганов. Сегодня мы с вами со всех сторон, Господь окружил нас своей заботой. И я верю, даже если что-то будет, и даже если будут какие-то ураганы, там еще что-то будет, Бог все равно не оставит свою заботу о нас. Бог будет нас благословлять, потому что мы народ Божий. И вот Бог, Он обращает наше внимание, чтобы сегодня мы с вами, вот в это мирное время, вот это время, когда Господь нас окружил своей заботой, когда нам не надо как-то заботиться о том, чтобы сохранить жизнь свою, как-то, может быть, пропитать себя, как бы там, ну, знаете, бывает, есть страны, где очень голодно, и где люди, они в этой заботе, как бы там надо каждый день вот проявлять эту заботу, чтобы как-то прокормить себя, свою семью. Мы с вами работаем, все на своем месте, но мы не голодаем. Вот. И Бог дал нам это мир для чего? Чтобы мы сегодня с вами научились искать его. Потому что дальше, как будет складываться наша жизнь, мы не знаем. Но если мы сегодня этому не научимся, то потом мы не знаем, когда придет вот это время, и когда вот эта температура жизненная, она повысится, как мы поведем себя. Потому что, вот, из Слова Божьего взять такой пример о Петре. Он, помните, он говорил, я готов за тебя умереть, и там на смерть пойду, и пойду там и туда, и сюда, говорил он Господу. Вот. Но мы видим, чем это все закончилось. Он отрекся. Почему? Потому что это были просто слова. И эти слова его, они не были подкрепленные вот этой силой Божьей. Силой Божьей. А сила Божья, она получается на коленях. Она получается в этом поиске Господа. И Петр, он не смог в Гефсимании стоять вместе с Господом на коленях, у него не хватило сил. И мы с вами точно такие же. Мы с вами точно такие же. Мы не смотрим сейчас на Петра как-то с осуждением таким, но мы тоже это видим в себе, что где-то и немощь приходит какая-то, и где-то приходит такое время, когда и молиться даже не хочется, и читать не хочется. Вот. Но Бог, Он являет милость своему народу. Но Бог, Он все равно, знаете, Он, как вот сегодня говорилось уже, Он стоит и ждет, когда мы же сделаем этот шаг навстречу. Когда мы будем
только сделаем этот шаг, и Он придет тогда, и Он наполнит нас своей благодатью, и даст нам эту способность, и будет нас укреплять с вами. И я также вот хочу привести такой пример о двух сестрах. Мы так вот, я вспоминаю, посещали, как-то раньше больше посещали сестер. И так вот приезжаешь к одной сестре, спрашиваешь, как дела. Сестра уже пожилая, ей за 80. И она, знаете, она только о болезнях своих может говорить. И говорит, и говорит. И понятно, что это все, как бы, это скорбь, это болезнь, это все очень, ну, трудно. И вот в жизни, вот, когда тебе за 80, когда болезни, но она только о болезнях говорит, как бы, вот. Ну и трудно от этого самому становится тоже. А приезжаешь к другой сестре и смотришь, она вот недавно там сломала шейку бедра, там еще что-то у нее там, вот знаете, так вот, как-то вот так вот, особенно вот так вот, она переживает вот эти скорби какие-то в жизни. Ну к ней приезжаешь, спрашиваешь, как дела, а она говорит, слава Богу, она ни одного слова о болезни, лицо у нее светится. И ты понимаешь, что однажды вот эта сестра, она платила эту цену. И не однажды, а просто было время. И когда было время благоприятное, эта сестра, она искала Господа. Эта сестра научилась общаться с Ним. Она получала вот эту благодать от Бога. Когда? Когда время было благоприятное. Вернемся к Асе. Вторая книга Паралипоменон, далее, 16 глава. С 1 по 3 стих. 16 глава. В 36-й год царствования Асы пошел Вааса, царь израильский, на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому ни уходить от Асы, царя иудейского, ни приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского, и послал к Винодаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря: «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот, я посылаю тебе серебра и золота. Пойди, расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И вот мы с вами видим, приходит в жизнь Асы, вот это новое испытание. И Аса, что он делает? Он заключает этот союз с Сирией. Он идет в храм Божий, написано, в дом Божий, выносит оттуда золото, серебро, что также не угодно Богу. Не угодно Богу. Он забывает о том, что когда-то Бог благословлял его, что-то произошло в его жизни. Что произошло? Я читаю Слово Божие, и я не вижу вот каких-то таких вот причин, которые бы здесь прямо отмечались, почему это так произошло, что он как-то начал там, ну, поклоняться там каким-то богам или еще как-то, вот какой-то яркий такой вот перемены, я не вижу, но почему-то Слово Божие не открывает это, но Слово Божие говорит, что Аса, он стал как-то по-другому жить, что-то произошло в этом сердце, и знаете, вот такое хорошее начало, можно сказать, было у Асы, и такой худой конец. И в итоге мы с вами видим, в 12 стихе написано, что после всего этого сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И Бог еще давал милость Асе. Он еще стучался в это сердце. Он положил его на одра болезни. И вот сейчас, казалось бы, Аса, ты еще можешь получить эту милость от Господа. Вот сейчас, когда у тебя все так плохо, ты можешь взыскать Господа. Но Аса почему-то, он все забыл. Он забыл эту руку Божью, он забыл это благословение. Он все это почему-то забыл. И он в конце своей жизни, он все-таки взыскал не Господа, а взыскал врачей. Почему так произошло? Вот Слово Божье, оно обращает наше внимание на вот эти истории, жизнь людей, потому что это все истории жизни. Это не просто какие-то слова, но это, знаете, это где-то трагедии, это где-то победы, это где-то благословения какие-то. Вот, а где-то какие-то поражения, но все это для нас прообраз, но все это для нас такой хороший пример, вот, чтобы мы с вами как-то, ну так вот все-таки, ну, старались жить, вот, и брали Слово Божьего хорошие примеры, выносили это для себя. И мне кажется, знаете, вот тоже такой, ну, небольшой, такая небольшая мысль, вот Бог ложит его на одра болезни, и, ну,
ему можно было посмотреть, что это. Ну, то ли это какое-то испытание в жизнь пришло, то ли это суд Божий пришел, наказание от Господа. Я думаю, если бы он посмотрел свою жизнь Аса, он бы понял, что это, наверное, я плачу, вот то, что я отвернулся от Господа в свое время. И Господь тоже может в нашей жизни такое же допускать. И мне кажется, более благословенно, когда мы с вами имеем это дерзновение, как говорит Слово Божие, когда мы просмотрели свою жизнь, и когда мы понимаем, что это испытание, что, ну, меня не за что наказывать, потому что я ищу Господа, и есть кровь Иисуса Христа, я открываю свое сердце пред Богом, и когда я что-то допускаю, я не ношу это в своем сердце, я как-то не укореняюсь в этом во всем, но я знаю, что у Иисуса Христа есть милость, я открываю свое сердце пред Ним, вот, и... Ну, Господу не за что меня наказывать. Это более благословенное такое состояние, потому что Слово Божье, оно открывает нам вот об таком благословенном состоянии. Оно говорит, вот если мы будем читать послание к евреям, 4 главе, 16 стих, «Посему да приступаем с дерзновением, чтобы в сердце было это дерзновение». И Бог, Он и сейчас являет эту милость, Он и сейчас открыт для нас с вами. Он не скрывается где-то там далеко от нас. И я еще зачитаю такое место из Нового Завета уже, из послания Иакова с 4 главы. Брат об этом проповедовал в пятницу с 4 главы, с 8 стиха я буду читать. Я тоже хочу об этом зачитать. Слово Божие говорит: «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». И Слово Божье обращает наше внимание. И обращает внимание на эти слова. И не просто на слова, которые мы уже там 100 раз читали, там 1000 кто-то раз, может, читал. И не то, что мы 100 раз слышали эти слова уже в проповеди. Но Бог сегодня говорит каждому из нас: приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. А как же приблизиться к Богу? Как же, знаете, оно сделать этот шаг? И мы с вами понимаем, что это всегда... Это какой-то шаг делается. Это всегда надо предпринять какое-то действие. Это всегда надо предпринять какое-то движение по направлению к Господу. Мы с вами понимаем, что есть вещи, которые разделяют человека и Бога. Мы понимаем, что такими вещами являются грех. Такими вещами, ну, может являться какая-то суета. Какое-то неверие, когда у человека нет веры, ее не хватает этой веры, и человек не пребывает в слове, и где-то так все навалилось, и вот тоже идет вот это вот где-то разделение с Богом, потому что без веры угодить Богу невозможно, Слово Божие говорит. Это бывает, может быть, какая-то депрессия, потому что у верующих людей, как это ни странно, может и такое быть состояние. И люди как-то в этом укореняются так вот, и они смотришь и неделю, и две, и месяц, и там, ну, постоянно у них какое-то плохое настроение, и все, они как-то идут за Богом, и ты понимаешь, что вот это состояние, оно тоже как-то отдаляет от Господа. И Слово Божие говорит: приблизьтесь к Богу, потому что кровь Иисуса Христа, она и сегодня сильна, она смывает все это. Но надо, как сегодня говорилось уже, воззвать к Богу. Надо сегодня сделать этот шаг по направлению Господа, реальные шаги. И Слово Божие, оно обращает наше внимание, что мы с вами должны перестать вот, быть источником этих ссор в своей семье. Если мы хотим приблизиться к Богу, мы должны перестать быть этим источником. Мы с вами должны сегодня вот, перестать заполнять себя вот этим миром, как сегодня уже говорилось, потому что это тоже все, оно нас отдаляет от Господа. И мы все с вами смотрим в свою жизнь. Там вы можете посмотреть, я могу посмотреть, братья. Ну, знаете, ну не получается всегда так вот идти и все ровно, как бы, и все так вот благословенно, и только на фаворе. Но ты смотришь вот где-то и поймал себя на том, что уже ты где-то даже, может, удалился от Господа и чем-то увлекся. Но мы знаем, что Господь говорит: приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. И Бог, Он всегда рядом, и Он никогда нас не отвергает. Почему? Потому что Он Отец Небесный. И Он не для того нас спас, чтобы где-то нас, знаете, так вот забыть, посмотреть на нас, вот вроде бы как, ну, увлекся миром, ну и ладно, ну и увлекайся дальше. Бог, Он не такой, Он не человек, у Него другие мысли, у Него другие планы, и планы Божьи — вести нас в Его Царство, и там вместе с нами разделить вечность. И для этого Он все сделал, и Он даже доказал нам это. Доказал через Сына Своего Иисуса Христа, Бог доказал нам с вами, людям, том, что Иисус Христос пришел на эту землю, то, что Иисус Христос умер за каждого из нас. Слава Господу! И какие же реальные шаги эти? И дальше говорится: «Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте
и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. И Господь говорит, смиритесь пред Господом. Смирение – это такое состояние раскаяния и признание своей полной зависимости от Бога. Вот Аса, он не смог смириться, и он упал. Но нам с вами Господь говорит, что он вознесет нас, если мы с вами смиримся пред Богом, если мы с вами поймем, что без Него мы не можем ничего, что без Него мы не можем ничего делать хорошего, что без Него мы не достигнем этого Царства Небесного. И мне бы хотелось сейчас вместе с вами молиться, обращаться к Господу, чтобы Бог помог нам с вами сегодня приблизиться к Нему, сделать этот шаг вперед к Нему, стать к Нему ближе, чтобы эта молитва была от сердца каждого из нас, чтобы это не просто было уже заученные какие-то слова, которые мы не раз говорили, но Бог сегодня являет милость для народа своего. Вот. Аминь.